музей усадьбы Суйда в бывшем имении Абрама Петровича Ганнибала, прадеда Александра Сергеевича Пушкина, вы услышите выступление Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица». Вы услышите знакомые песни, пьесы российских и зарубежных композиторов. Пусть вас порадует мастерство и искусное исполнение солистов оркестра, лауреатов международных конкурсов Елены Курской, Михаила Шусталова, Сергея Краснокутского и Юрия Горобца. Надеемся, вы получите истинное удовольствие, а мы всегда ждем вас в музее. Следующие номеры, мы, наверное, не будем объявлять все номера, дело в том, что сегодня программа подобрана так, что, наверное, большинство пьес, большинство песен вы узнаете и без нашей подсказки. Следующая пьеса, песня очень известная, которая называется «Извозчик». Thank you.
следующие песни, играть-то мы научились, вот петь не очень, мы приглашаем нашу солистку Елену Курскую. А песня называется «Ивушка». Я не варю, шитанье
танцевальные прорусские гармошки. Мы вам сыграем следующий номер. Саратовский перебор. Thank you.
такой веселой, задорной инструментальной музыки, давайте послушаем снова песню. Но, конечно же, эту песню представлять, я думаю, точно не надо. Я только хочу напомнить, что поет для вас Елена Гурская. Чудесную, знаковую площадку такую для нашего онлайн, как сейчас принято говорить, выступления. Хочу напомнить, что для вас сегодня играл ансамбль солистов оркестра «Метелица». Сергей Краснокутский, балалайка, Михаил Шусталов, баян, пела для вас Елена Курская, ваш покорный слуга Юрий Горобец. Перед тем, как мы все-таки исполним для вас последнюю песню, мы тоже не будем ее называть, вы, конечно же, ее все узнаете. В этот год у нас юбилейный, посвящен он юбилею Великой Победы в Великой Отечественной войне. И мы эту песню тоже хотим посвятить этой знаменательной дате. Мы на берегу.
хотим высказать только одно пожелание, чтобы в следующий раз мы с вами встречались в концертных залах, в музеях. 21 век хорошо, интернет хорошо, но живое общение гораздо лучше и приятнее. До новых встреч!